Легкие и центральная нервная система – основные органы, которые поражает COVID-19. Недуг дает массу осложнений, и после перенесенной болезни нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем. Жители Московской области смогут проходить так называемую углубленную диспансеризацию. Об этой услуге руководителям трудовых коллективов Одинцовского округа рассказали представители здравоохранения. COVID несет угрозу нескольким функциям жизнедеятельности организма. Это кардиовертебральная система, это нервная система. И поэтому наша диспансеризация направлена на именно предотвращение нарушения этих функций и при их выявлении скорейшего лечения выздоровления. Диспансеризация включает в себя ряд основных анализов. При обнаружении отклонений пациенту предстоит дополнительное обследование. Причем провериться могут и пациенты с неподтвержденным диагнозом. Главное – быть прикрепленным к Одинцовской поликлинике. Мы надеемся, что предстоящая диспансеризация и, соответственно, параллельно вакцинация пройдут у нас динамично в округе. Удобно для сотрудников, жителей. И, в общем-то, по крайней мере, главная задача всего – это здоровье, сохранение жизни и здоровья наших граждан. Кроме ревакцинации и прохождения диспансеризации, врачи рекомендуют обязательно сделать прививку от сезонного гриппа. Все необходимые вакцины для этого в поликлиниках есть. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».